Всем привет! Сегодня будем готовить очень простое и быстрое блюдо – лапшу из кабачков. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Кабачков обрезаем хвостики. Разрезаем вдоль пополам. А затем с помощью ножа для чистки овощей нарезаем тоненькими пластиночками, такими похожими на лапшу. Пластиночки не должны быть прозрачными. С морковкой поступаем таким же образом. Разрезаем ее пополам, а затем ножичком для чистки овощей режем тоненькой соломкой. Укроп измельчаем ножом. Теперь разогреваем сковороду, вливаем в нее масло, ждем, пока она нагреется, и выкладываем туда лапшу из кабачков. Жарим 1,5 минуты на сильном огне. Перемешиваем и добавляем морковку. Жарим еще 1,5 минуты. Снова мешаем и оставляем жариться на 2-3 минуты. Затем содержимое сковороды солим, перчим, добавляем специи для овощей, измельченный укроп, выдавливаем чеснок, хорошо перемешиваем все, накрываем крышкой, выключаем огонь и даем блюду настояться 2-3 минуты. Ну вот и все. Вкусная и полезная лапша из кабачков готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.